Привет, друзья, с вами я, Слоу, мы продолжаем проходить игру Heavy Rain. И мы находимся в каком-то странном помещении. И зачем мы пришли сюда, я тоже не понимаю. Поговорить. Так. Простите? Настоять. Эй! Ой, пардон, не слышал. Чем я могу вам помочь? Так, нужно что-то дать. Что это такое? Я пришел забрать машину. Странно, конечно, я что-то не очень... А вы парень неторопливый, ей-богу. Тачка стоит тут уже 2 года. Да? Мы исправно выгуливали ее каждый месяц. Офигеть. Шины, аккумулятор, все в полном порядке. Я рад. Поехали. Вот. Ой. Спускайтесь на 3-й уровень. Лифты находятся в глубине гаража. Угу. Спасибо. Кстати, знатная у вас тачка, шеф. Хорошо. А я не очень понимаю, откуда вообще машина какая-то. Или это наша, или это машина, которая была в письме... В посылке какой-то секретный. Так, вот лифт, да? Сюда нам нужно? Кажется, да. Ну, пошлите. Вот такой необычный лифт. Поехали. Ух ты, нифига! А. Мне показалось, что он с помощью магии закатился. Ладно, спускаемся, забираем какую-то непонятную странную тачку и двигаемся дальше. Так давно не играл в Heavy Rain, что даже позабыл здесь все, всю сюжетную линию. И где та самая тачка? Машина? Тут десятки машин. И за которой из них я пришел? Какая? Что? Подождите-ка. Это вот здесь какая-то машина. Офигеть. Кажется, машина реально крутая. О, класс. Так. Так, L, что это такое? Так. Бардачок. Так, может быть, сверху, нет? Так. Там что? Странно. И все как бы я просто... Может быть, что-то я упускаю? Странно. Ну, ладно. А, мы что-то нашли. Что это такое? Так. И что же здесь до будет? До места назначения 4 мили. Выезжайте с парковки и поверните направо. Угу, я понял. Кажется, я начинаю понимать. То есть у нас будет какая-то встреча с мастером Оригами или... Зачем мы туда едем вообще? Ладно, я надеюсь, мы это узнаем. Поехали. Тачка действительно неплохая. А у нас по-прежнему дождик. На следующем перекрестке налево. Держите с правой стороны и на первой развязке верните. Ух ты, какой же сильный дождь, ничего не видно. Все как в тумане. Вы на месте. На месте? Хватит ли у вас мужества, чтобы спасти сына? Что? Слушайте внимательно. Выезжайте на шоссе и попытайтесь проехать по встречной полосе 5 миль. Ты... Ты...
Надежда. Если получится, я получу буквы для головоломки. Это единственный способ. Дороги назад нет. Так. Шон. Я смогу. Я сделаю что Всё. Угодно, чтобы спасти сына. Погнали. Не стоит казаться риск испытания. Пять миль по встречной полосе. Смогу ли я сделать это ради сына? Погнали. Я должен сделать это ради Шона. У меня нет выбора. Да. Все. Едем. По встречной. Господи, я даже не представляю, что с нами случится. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, твою мать. Черт. Воу. Тихо. Так. Я смогу. Весь... Блин, я не туда повернул, там машина. Ух, твою мать. Твою мать. Нет. Оп. Давай. Отлично. Нет, блин. Ну, давай. О, боже мой. Давай. Брось дороги. Черт Нет. возьми. А, ну, давай. Я не знаю. Воу. Фуф. А сейчас человека собьем. Давай, направо. Боже мой. Ни хрена себе! Эльва! Нет! Нет, давай направо! Боже мой! Давай! Я, конечно, может быть, не везде справляюсь, но... Я, по крайней мере, пытаюсь. Ну же, прочь с чертовой дороги, вашу мать! Прочь с дороги, ну! Направо! Ой, блин, ты куда вперед поехал? И копы сейчас за мной вяжутся, ну ё-моё. Одна миля, все, поехали, давайте, мы сможем. Ой. А, чёрт! Проблемы с законом. Нет. Проблемы с законом нам не нужны, но нам придется. Опа, чё это было такое? Ну, давай. Да. Охренеть, копов прижало. Нет, блин. Нифига себе. Нет, не стреляй. Ах ты. Давай. Л2. Ой. Воу, вылезай быстрей. Давай, нажимай на экран. Жмякай на экран, ты. Пожалуйста, нажмите на экран. Вы на месте. Л1. Пожалуйста, награда лежит в бардачке. Ключ от него спрятан в GPS. Награда лежит в бардачке. А, блин. Все перевернуто. Ключ от него. Господи, награда боже, а. Лежит в бардачке. Давай. А. В бардачке. Так. Л1. Р1. Господи. Давай. Да. Что это такое? Бери быстрее, бери. Все, и бежим. Господи. Икс. Треугольник. Давай же. Да, у нас получилось. Так. Давай, направо. Значит, на... Вниз. Налево, давай, ногой. Хоп. Отлично. Давай. Черт. Выбирайся. Взорвется же сейчас все. Охренеть.
Так, 5RET. Ох. Как же все сложно. Вы получили доступ к новой награде. Мы снова переходим к какой-то женщине, я даже забыл ее имя. Надо бы, знаете, эту княженцу по Heavy Rain все время держать себя под руками, чтобы я всегда мог заглянуть и посмотреть. Умелый водитель, вы заслужили приз. Среда, время 15:15, количество осадков 51 миллиметр. Вот она на байке. Ух ты. Все вибрирует. И зовут ее Мэдисон Пейдж. Вот такая у нас тетка. Девушка или женщина. Так, а зачем нам идти сюда? Ну давайте сходим. Что это такое? Так. К нашему сожалению, до сих пор не поступило никаких вестей о 10-летнем Шоне Марсе, пропавшем накануне. Теперь в полиции не осталось сомнений, что мальчик стал очередной жертвой мастера оригами. Угу. Если это действительно так, то ребенок еще... Здравствуйте, милая. Как этот маньяк убивает. Чем я могу вам помочь? Через 3-5 дней после... Мне нужен номер. Конечно. Для вас? Что угодно. И полиция выносила все силы на поиски. Заполните анкету. Классный голос. Ну давайте. Мэдисон Пейдж, 27 лет, одноместный. Сколько у нас пробудете, мисс Пейдж? Пока не знаю. Номер 201. Верхний этаж, лестница во дворе направо. А оплатить как... Спасибо. Ну ладно. Совершенно не за что. Это уж точно. Понятно. Ладно. Идемте, друзья. Так а что это здесь? Нельзя выйти? Нет, к сожалению, нельзя. Идем по ступенькам, ржавым причем. 200, какой он сказал, 210 что ли, или куда ты идешь, боже. Туда. Ну ладно, пройдемся немного, по-моему, там был указан третий этаж. А как мы туда поднимемся, мне вот интересно. И где-то есть подъем? Как вы заметили, количество осадков еще ни разу не уменьшалось, а только повышалось. Поэтому я думаю, что если мы не справимся с задачей найти и поймать мастера оригами, то скоро Шона нашего убьют. Давайте будем надеяться, что мы сможем все-таки его спасти. А пока что мы играем за нашу Мэдисон. 207, 205. Нет, по-моему, в другую сторону. Подождите. А может быть и нет, подождите. Опа. Кто? Что это? Кто это? Подождите, это Итан? Эй. Вау, это Итан. Вам твою мать. Хорошо? Я вызову скорую. Не звоните. Вы ранены. Вам нужна помощь. Помогите мне дойти до комнаты. Так, ты какой? Номер 207. Так, это нам туда, в ту сторону. Ага, пошли. Боже. Я даже не ожидал, что они так пересекутся. Честно.
очень неожиданные в игре повороты, мне очень нравится. То есть сюжетная линия действительно насыщена всякими поворотами классными. Ключ у вас есть? Так, давайте. L1. Хоп, ножкой так. Итак, нам нужно ему помочь. Что с ним? Вы неважно выглядите. Наверняка сотрясение. Наверное, одно или два ребра сломано. Жить буду. Но как же больно. У вас рана на голове, похоже, глубокая. Что-то нужно найти. Пойдем в ванную, как обычно. Как это всегда бывает. Так. Медицинский спирт, по-моему, там был. Его надо продезинфицировать. Да, спирт медицинский. Подожди, ты куда? Обратно возьми. Его раны надо продезинфицировать. Да. А, то есть ты по одному действию, ну хорошо. Я продезинфицирую рану. Будет немного щипать. Ну, как щипать? Так, осторожно. О! Простите. Извини. Все нормально? Извини. Немножко дернулся. Немного резко. Так. Чуть-чуть, не торопясь. Отлично, как новенький. Вот. Ну. Теперь не будет заражения. Только со сломанными ребрами. Так. Теперь нужны... Может, что нам нужно? Обезболивающее какое-нибудь? Парафенол, жаропонижающее. Применять только при очень высокой температуре. Наверное, на этого вода не нужна. Так, а что у нас слева? Никофрен 100, антибиотик. Показан при инфекциях. Антибиотики, может... Хотя, ну давайте на всякий случай. Так, вот. Антибиотик. Примите. Это должно помочь. Что это? Это антибиотик. Антибиотик? Я не врач, но разве есть риск инфекции при переломе ребра? Ладно, попробую найти что-то еще. Ладно, немножко мы Лоловчанского схватили, но ничего. Еще раз попробуем. Положи это говно на место. Вот это наверняка, да? Болеутоляющее. Обезболивающее. Да? Вот. Применять при сильной боли. Не принимать больше одной таблетки в сутки. Ну вот, не больше. Куда ты пошла опять? Ходишь туда-сюда. Вот. Примите. Это должно что помочь. Это? Обезболивающее. Поможет снять боль. На коробке написано принимать один раз в сутки. Думаю, не стоит превышать дозу. Еще одну глотнул. Я не могу ждать. На вашем месте я бы отлежалась денек-другой. Я хочу принять душ. Со сломанными ребрами. Ладно, давайте помогу. Что, правда, что ли? Ну ладно. Я подожду вас здесь. Крикните, если что. Ну, подглядывать нехорошо. Говорите. Конечно. Я буду знать, что вы в сознании. Как вас зовут? Мэдисон. Мэдисон. Вы живете здесь? Бессонница. Нет, я живу в городе. Я часто страдаю бессонницей. Засыпаю только в отелях, не спрашивайте почему. Когда совсем устаю, то обычно прихожу спать сюда. А я здесь проездом.
А чем вы занимаетесь, Мэдисон? Кроме заботы о страждущих. Профессия. Я фотографирую. Занимаюсь съемкой интерьеров для модных журналов. А вы? Я архитектор. Оригами. Спрячь. Так. Все свежий. Спасибо вам. Мне уже гораздо лучше. Ну, мне, наверное, пора. Кстати, вы не представились. Итан. Поправляйтесь, Итан. Ох уж, надеюсь. Но нам еще нужно спасти сына, об этом тоже не стоит забывать. Кое-как мы тут двигаемся. Что это? А, наша секретная коробочка. Точно. Что там? Ты серьезно? Зачем? Давайте взглянем на вид. Интересно, мне всегда нравилась дождливая погода, когда идет такой дождь. Особенно, когда ты сидишь дома, пьешь чаек, во что-нибудь играешь такое. И идет дождь. А ты такой дома, тебе хорошо. Так, хорошо. Можно присесть. Можно просидеть весь вечер, но нужно заниматься делами, поэтому пойдемте. Он действительно какой-то овощ ходит здесь. Так. Открываем коробочку. Угу. Так, следующий оригами. Это купюра $100 или нет? Готовы ли вы пострадать ради спасения сына? Старая электростанция на какой-то улице там. Ну хорошо. Давай попробуем. Ага, понятно. То есть по каждому оригами мы сможем находить новые буквы, которые нам дадут адрес какой-то нашего местоположения. То есть местоположение нашего сына. Сейчас мы будем играть за агента ФБР, которого зовут Ческа. Среда, время 16:26, количество осадков 53 миллиметра. Норман Джейден. Это твой первый раз. Ты про что? Не понял. Ты первый раз кого-то убил? А, да, тот случай. В первый раз в тебе что-то ломается. Потом привыкаешь. Откровенно. Что-то не хочется привыкать. Вот он. Кто он? Кого вы там нашли? Мирослав Гордо? Да. Лейтенант Картер Блейк, у меня есть пара вопросов. Ах ты, козел-то какой! Черт, стоять! Столбом, он же убежит! Стоять, блин! Куда побежал? Опа! Как я прыгать умею, а? Охо. Треугольник, твою мать, ты ж меня убьешь так.
кружок. Вау, вот это было красиво сейчас. Так. Про, валяй отсюда. Отлично, я успеваю вроде пока нажимать. Хоп, валяй отсюда. Хова, направо. Кружок. Так, икс, ух ты. Разбросал тут все. Вау. Ё-моё, да я не могу так все кнопки сразу нажимать, вы чё? Икс. Оу, чё? Давай, давай, прыгай! Блин! Твою мать! Ой, он сейчас на... Ой, 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 ой. Родин, Владин, ты тут сумасшедший. Я ж подскользнусь и упаду. Ой, 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 валять отсюда нах. Бежим. Куда он делся, а? Да ладно, с пистолетиком, что ли? Ты серьезно? Может быть, он в то ведро спрятался, нет? Так, ладно. Я думаю, ну что, где-то сп... Блин, да куда ты ходишь-то, ходишь ты? Так. Где-то он здесь. Падла, где ты? Сейчас мы тебя найдем, ты не переживай. Да ё-моё, сколько тут тушь-то, а? Твою... Аюх, твою мать, ты меня напугал, дебил. Вот на себе, блин. Сейчас... Ну ты на... Хоба! Да блин, мне не нравятся эти крутые сцены, знаете почему? Потому что я иногда не справляюсь. Так... Ой, Родин, по-моему. Угу. Ну, я тебе сейчас дам, гадюны. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Даже не пытайся, даже не пробуй. А где мой напарник в это время? Вот мне интересно. Хоп. Хоба по башке. Отлично. На тебе. Будешь бегать тут мне. А вот он и пришел. Явился, не запылился. Похоже, мы поймали нашего мастера оригами. Да он не может быть мастером оригами. Он слишком прост для этого. А это наш детектив Скотт Шелби. Знаете, очень в этой серии быстро как-то идет переключение между персонажами. И было бы очень даже интересно и круто, если бы они все вчетвером... Так, приз кошки-мышки. Если бы они все вчетвером встретились. Среда 19:28, количество осадков 57. Хоп, хоп, давай. О, спит он еще. Давай, просыпайся. Так, вниз, что это такое? И все? Куда? Вот, что это за документик? Так, ладно. Выключи свет, экономим энергию. Как настоящие евреи. А, у нас еще есть полки. Такие. Тумбочки. Что это такое? А, значит, у нас... Как ее? Забыл. Астма. Астма. Так, здесь что у нас? Что это такое? Алкоголь? Угу. Ну, давай, примем немного. Неплохо. Так, с другой стороны. Еще тумбочка. Значок. Один, три, три, шесть, по-моему, там было написано.
Было бы весело, если было бы 1337. Пистолетик. Ну все, нечего здесь рассиживаться, надо приступать опять к каким-то делам. Но каким, я сам не понимаю до сих пор. Ладно, в окно смотреть тоже каждый может. Так, сидеть не время как бы сидеть сейчас. Нужно как бы дела решать. Так, это наш офис или наша квартира? Судя по ободранным обоям, ну, даже не знаю. Нет, все-таки это наша квартира. С ободранными обоями. Что там у нас было в ящике? Фотографии его в молодости, когда он служил копом. Не такой толстый был тогда, да? Но все-таки мы тогда еще в отеле справились с... Так, а что ты смотришь в окно? Там никого нет, в принципе. Ну ладно. Спать, может быть, он хочет. Ну-ка. Да нет, вроде, ну ладно. Может быть, он поесть хочет. Ну да, конечно. Так, что на выбор у нас? Оп, пиво какое-то или что это, или соус какой. Скорее всего. Хотя... Либо он слишком такой большой, либо это маленькая такая бутылочка соуса, которую он выпил. Я не знаю. Так, здесь что у нас? И ничего. Что у нас? Что-то там есть, подождите, а? Газетка. Опять про убийцу оригами и так далее и тому подобное. О! Твою мать, меня напугали уже. Мне уже страшно. Ну-ка, кто там явился? Вы а, опять она. Сообщить, если я что-нибудь вспомню. Это куртизанка. Можно зайти? Так... Конечно. Давай. А, присесть. Присаживайтесь. Присаживайтесь, давайте. Так, а мы на свое место присядем, да? Так, отлично. А, я кое-что вспомнила. Может, это не важно, но в день, когда пропал Джонни, пришло письмо. Письмо? Письмо? Что за письмо? Какое письмо? Адресованное отцу Джонни. Не знаю, что было внутри, но он прочел его и ушел. И больше уже не вернулся. Твою мать, и вы это... думаете, что есть связь между этим письмом и смертью Джонни? Письмо, да? как Итану прям пришло, наверное, да? Что вы еще можете сказать об этом письме? Птельмоптель. Не знаю зачем, но я сохранила конверт. Так, а, то есть это конверт. В нашем случае это была коробочка с оригами. Но здесь же конверт. Алан Уинтер. Отправлено из района Карнаби. За день до похищения Джонни. Это что-то да означает, я думаю. Адреса нет. Ничего ценного. Разве что адрес. Адрес? Напечатан на старой машинке. Может пригодиться. Спасибо. Большое спасибо, Лорен. Что-то узнаю, позвоню. Стойте, я... Не могу просто сидеть сложа руки, пока вы ищете убийцу моего сына. После нашего разговора я все думала и... Я пойду с вами. Помогу вести расследование. Вежливо. Вы не сможете мне помочь, Лорен. Это плохая идея. Поверьте. Если вы не согласны, я не отдам конверт. Все или ничего. Опасно. Слушайте, это расследование очень опасное. А телохранителем я быть не хочу. А сколько у вас зацепок, мистер Шелби? Этот конверт может вывести вас на убийцу. Понимаю. Дурацкая идея. Не буду отнимать у вас время, мистер Шелби. Стойте.
Вы не такая, как все, Лорен. Что есть, то есть. Я просто мать. Мать, решившая найти убийцу своего сына. Так что, по рукам? Ну, давайте. Что ли? По рукам. Угу. И опять новый персонаж, да? Нет, нет, поехали мы куда-то. Адрес. А почему машины там стоят на дороге? Это нормально? Ну ладно. Напомнило мне сразу Мафию 2. Тоже там такие старые тачки были, такая местность тоже. Очень даже, кстати, хорошая игра Мафия 2 вот это. Ой. Ну я действительно в какую-то мафию попал, подождите. Оставайтесь, кого вы в машине. Мы напарники забыли, куда вы, туда и я. Напарники? Да ты что, больная что ли? Ты просто куртизанка. Ладно, не будем обзываться, будем решать дела. Что это такое? Какой-то клуб? Да уж. Что нам здесь надо? Поговорить с Горди Крамером. С Крамером? Владельцем Крамер Констракшн? С его сыном. Думаете, он мастер оригами? Пока я просто хочу задать ему пару вопросов. Так, какой-то у них тут... не бордель, а какие-то вечеринки всякие. Ну да, я так и знал. Голые девочки там, да? Поэтому, ребят, если вы сейчас не достигли 18 лет, то, пожалуйста, ну не смотрите. Крамер ушел в отрыв! Интересно, много он в это бабла вгрохал? Голые девочки. Крамера обсудим в другой раз. Долго нам здесь пьяные девушки. Стремное какое-то местечко. Хотя, ладно. Горди Крамера. Оставайтесь и ждите меня. Совсем ладно? Голых девушек хорошо. Здесь нет, поэтому... А я не смогу вам помочь. Да не ори ты больше, ты достала меня. А, вечеринка. Сня, девочки, наркота. Наркота, нормально. Горди Крамер, похоже, любит повеселить. Горди. Вы видели Горди? Увы, нет. Ты что, офигел, что ли? Виски. Виски чистые, без льда. Хорошее расследование. Хоп. Задим присест, и все. Дело в шляпе. Обнаженки тут такой совсем нет, как Мэдисон тогда была в душе. Но, тем не менее, нужно быть осторожным. Ребят, усмотрение только на вашу психику. Привет, я ищу Горди. Не знаете, где он? Он где-то промелькнул. Мне кажется, он на втором этаже. Вряд ли ты его увидишь. Он редко тусуется с гостями. Да ну. Зачем тогда эта вечеринка? Сам и спрашивай. Мне кажется, он на втором этаже или где-то в одиночестве. Я не знаю. Давайте выйдем к бассейну, возможно. Либо он на втором этаже. Сейчас мы все осмотрим. Если можно выйти. Да, можно выйти. Ну-ка, давайте глянем. Может быть, здесь, в городе? Может быть, у охранника спали? Но хотя охранники не скажут. Надо где-то здесь посмотреть. Я даже не знаю. Городе. Порядок. Теперь надо найти Крамера. Порядок. Найти. Теперь надо найти Крамера. Лорен. Кстати, куда подевалась Лорен? Что-то я упустил ее из виду. Странно. Лорен куда-то реально делала. Не понимаю, зачем включать музыку так громко? С трудом слышу собственные мысли. Вот-вот-вот, кстати. Какая душечка. Так, сосредоточься, Скотт. Думаем о работе. Да-да-да-да. Мысли. Да, если найду здесь хоть одного человека... О, привет. Привет! Классно тут, а? Привет! Новые лица. Я тебя раньше не видел. Что ж, давай познакомимся, приятель. О, вот это правильно. Ты супер кореш. Мой друг, ты вообще супер кореш. У моей работы есть и плюсы.
Я нашел себе друга. Нифига себе. Я думал, это как-то будет относиться к сюжетной линии, но нет, он просто налил ему выпить, и зачем как бы? А представиться. Привет, я Скотт. Музыка. Громкая музыка, верно? Да чуваку вообще пох как-то. А он танцует, нормально все. Ладно, погнали, кто-то целуется там. Куда я иду вообще? Вот там дверька, по-моему, была. Да ёптель. Вот, да, вот здесь дверька была. Что здесь? А, здесь как бы умыться можно. А в туалет? Нет? Не нужно? Да, я вот... В каждой серии, практически в каждой, мы можем сходить по маленькому в туалет. Поэтому не удивляйтесь, это будет нашей небольшой фишкой. Да, прикольно. Даже не удивлюсь, если так в каждом месте сходить в туалет, то выдастся какая-то ачивочка, нет? Да, я бы не удивился. Где тут подъем на второй этаж? Боже. Где еще? Тут ходы какие-то должны быть. Так, куда-то сюда, возможно, нет? Нет, почему-то я здесь не вижу нашего Горди, или как вы его там не звали. Чего там? Ок. Ну как вы? Мне здесь очень не нравится. Что удалось выяснить? Уйди бы скорее. Пока нет. Горди никак не найду. Но пойду искать. На второй этаж нам надо пробраться, опять-таки. Ну как тут пробраться на второй этаж? Я даже не вижу никак. А вот-вот, наверное, вот-вот-вот-вот-вот, где охранники стоят. Иди туда. Горди. Горди. Привет. Я иду к Горди. Горди никого не принимает. Вали! А что, если я скажу? Слушай, передай ему, что Скотт Шелби хочет с ним поговорить. Ясно? Ты меня реально достал. Проваливай, пока я добрый. Так, нужно что-то придумать интересное. Так я до Горди Крамера не доберусь. Надо что-то придумать. Так, значит, нужно немножко соображалочкой своей подумать. А может быть, что-то уронить здесь, я не знаю, какую-то драку устроить или еще что-то. Я... Вот кореш мой, кореш. Воу. А? Ну-ка, видишь, кореш, может парня? Быть, поможет. Точно! Знаешь, как он тебя назвал? Точно! Он сказал? Кореш. Хатина! Я ему покажу! Эх ты, сукин сын! Давай, пощам ему. Ох ты. Давай, еще пощам ему. Давай. Ты еще сказал про мою мать, макака долбаная во фраке. Ты что про себя думаешь? Ты крутой, только я круче. Ты что? Эй. Ну и рожа. Ты макака. Ты что сказал про маму? Ну зря ты на меня попер. Ты вообще знаешь, кто я? Ты знаешь, кто я такой? Капец, это весело, ребят. Это нужно видеть. Ребят, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Вы знаете, как мне угодить. Да. Что это такое? Ну-ка, можно взглянуть вниз. Там все нормально. По крайней мере, мы нашли путь наверх, и я думаю, что он здесь как раз. Ух ты, вау, какой элита. Мистер Крамер. Сейчас будет прикол. Боже. Меня зовут Скотт Шелби, частный детектив. Я расследую дело мастера оригами. У меня к вам есть пара вопросов. Ha ha ha.
Ладно, не хочешь по-хорошему. А, кстати, огромный офигенный телек. Реально, очень огромный и очень офигенный. Я бы хотел знать, что случилось с Джозефом Брауном. Пошли вон! Слышите? Убирайтесь отсюда! А, то есть они. Что вам надо? Ложить факты. Свидетель видел, как маленький Джозеф Браун садился в ваш лимузин. С тех пор его никто уже не видел. Я знаю, что вас арестовали и допросили, но один звонок вашего отца, и дело закрыли. А что вы можете об этом сказать? Он заблудился. Я предложил подвести его. Прибыла полиция. Я объяснил, что произошло, и меня отпустили. Вот и все. Ничего интересного, правда? Скептично. Не знаю. Почему-то ваша версия неубедительна. Довольно пороть чушь. Придумайте что-нибудь получше. Сработало? Кажется, да. Хорошо. Я мастер оригами. Я сажаю жертв в машину. Топлю в дождевой воде. Потом бросаю на пустыре с оригами, зажаты в кулаке, и орхидеи на груди. А все потому, что мне скучно, мистер Шелби. А это оригинальное и необычное развлечение. Чего? Вы довольны? Или мне продолжить? Разговор окончен. Уберите его! Нет. Ой, блин, по печени как ты... Ты чё, больной, что ли? Пошёл ты... Пошёл ты нахер, козёл. На тебе, блин. На тебе. Ты чё, офигел, что ли? Сейчас каждому по щам наваляю здесь. А ну иди сюда, блин. Говно собачье, а? Сейчас ты меня получишь. На тебе. Офигеть, как он там отлетел. На тебе. Херак. Опачки. Хова тебе. Вы ввязались в опасную игру, Крамер. Знаете, кто мой отец? Он шевельнет одним пальчиком, и завтра с утра вы не проснетесь. Это вам стоит бояться, мистер Шелби, не мне. Так он убийца оригами или что? Мастер оригами или кто? Я не понимаю. Да уж. Вот такие вот дела, друзья. Возвращаемся мы к Итану, и думаю, на этом будем заканчивать опять же. Думаю, что я серии буду записывать как обычно, то есть как наиграюсь, так и заканчиваю. Обычно серии выходят около 40 минут. Крепкий орешек, приз, отлично. В общем, среда. Время 19:42, количество осадков 58 миллиметров. Это следующее место, которое было написано на оригами, и здесь мы как раз таки закончим. Всем спасибо за просмотр, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, следите за новыми видео, зовите друзей, все. Всем удачи и всем пока-пока.